Итак, сегодня в гостях у группы «Северок», как всегда, Рудольф Фукс. Мы тоже бываем у него в гостях, а сегодня он с нами, и тоже мы все в гостях. И вот за это дело мы споем о том, где приходилось родиться. Поет Рудольф Фукс вместе с группой «Северок». В Одессе я родился, в Одессе и помру. Кичмаре я крестился, скидался на миру. Учили на привозе, как нужно кушевать. Написанную мною для Аркадия Северного в 75-м году на мотив известной еврейской песни, как она называлась? Ну, не важно, как. Она называлась «Фрейликс». «Фрейликс»-то точно. Это была выпущена пластинка. Это не лозунг. В 1903 году называлась просто «Фрейликс». И была всегда как просто как мелодия. До 75-го года, пока Аркадий Северный не взялся за эту вещь, она была просто без слов. Ну, потом я написал эти слова, и вот получилось так. Поехали, ребята.
И для камеры я бы добавил, что вместе с Рудольфом Фуксом здесь пел племянник Аркадия Северного, Ростислав Звездин, да, племянник. Поэтому это все, видите, вот история подобка собирается как-то так. Еще одна моя песня, которая почему-то стала самой популярной в мире. Может, даже не заслуженно, но тем не менее ее любят и часто просят спеть. Песня называется «Лёзы». Ну, давайте вступление. Ты расскажи хоть пару слов про него, про «Лёзы». Yeah.
Oh, baby.
где-то. Да. Девушке Юлечке. Спасибо. Вот. Поэтому не судите жестоко. Да. Сейчас я сначала прочту ее текст по-русски, чтобы вы поняли, насколько он прекрасен. И насколько он будет лучше, вы поймете, после исполнения в рок-н-ролле Малеи. Значит, я читаю его. Внимание. Эй вы, ромашки! Что-то у меня неприлично идет слово. А да. Что стоишь? Ой, Руля, я могу так, не надо. Рубай! Тогда поехали. Я могу как в цирк поехать. Будем пить воду. Come on.
пришла. Ты же замочил рога и Я вам прочту. Текст называется «Управление». Эй, вы ромашки, грехи забудьте тяжкие. Здесь ансамбль «Северок», зла бывает рок. Гаражный рок, гаражный рок, всем будет рок. Сергей Пучков, ты нам помог издать альбом «Гаражный рок». Весь этот мир не будет жесток, пока мы шпарим гаражный рок. Гаражный рок, гаражный рок, всем стилягам будет прок. На реке вовсе, без заводы вовсе. В открытом гараже, открытом, с необычными битом. Необычным битом, блюзовые ритмы ставим всем на вид мы. Гаражный рок, гаражный рок, всем стилягам будет прок. Правильно. Yeah.
так у нас отправился. Это домашний. Это домашний. Колька! Надо, да, Боба мне уже гулять собрался.
Короче, мы потом сделаем, я выткнул его сюда. Вот хорошо. Так. Рудик? Да. Гоните ему. Рудольф Израильевич, подойди, пожалуйста. Рудик, ну подойди ко мне, мой дорогой. Боже мой, это мой лучший друг. Ребят, ну вот. Давай беги. Рудик, подойди, пожалуйста. Ну подойди. Он удивительный, ребята, я сейчас позову, это удивительный человек, серьезно. Вадик, подойди, пожалуйста. Я хочу сказать, что ты удивительный человек, ребят хотят познакомиться с тобой, понимаешь? Давай. Они хотят познакомиться с тобой, понимаешь, и все это. Да. Это мой лучший друг, Вадик. Вот. Ты уже влюбился в девушку? Уже? Конечно, опять. А как не влюбиться? Слушай, Вадик, ты вообще так же нельзя вообще? Ну, А вдруг ты бьешь? Да, вот именно. Да. Вот. А куда Сережа? Какой будет мотив для песни? Что? Для стихов какой будет мотив? Какой Сережа? Сережа я. Нет, там еще Сережа. Я не понял. Вы написали стихи? Я хотел просто... Да. Посвятили их? Серега. Да, ромашки. Я написал, получается, Ю. А музыка какая? Да. Как остальные буквы, я не знаю. Поэтому я хочу вас фамилию. Фамилия такая. А можно просто Джи. С Рудиком хочу познакомиться. Фамилия моя мудрововская. Удивительно, лучше мы друг. Понимаешь, ну, вот сейчас мы будем это исполнять, и будет объявлено, что посвящается тебе. Спасибо. Дайте еще Сереже познакомлю. Давай. Сейчас будем, ребята, исполнять он мой лучший друг, только что родившуюся песню. Ромашки. Про это рок-н-ролл. Про гаражный рок-н-ролл. Ну ничего, они сейчас выпьют чуть-чуть это...